Пора их применить. Дверь открыта. Что же такое незримое спрятали внутри? Лежало здесь столетиями с тех пор, как незримые покинули Франкию.
Тихие шаги. Кто-то идет. Письмо. Когда я вошел, его тут не было. Франкию покинули не все незримые. Я не найду их, если они этого не захотят. Но дар их буду чтить.
перестань. За это. Брат Волка, ты задержался. У нас беда. Энгельвин мертв. Но эти франки будто поражены недугом. Мне их не понять. Неудивительно. Я ведь предупреждал. Видишь, как бессмысленно пытаться с ними договориться. Но я должен. Благодаря епископу я нашел короля Карла, и мы условились о будущем соглашении. Ты встречался с их королем. Что, хочешь стать моим врагом? Тока привела мне лишь тебя. А теперь и ты противишься мне. Ты говорил о беде. На нас вновь напали. И мы нашли пропавшую стражу. Проклятые франки! Я перебью их всех! Знаешь, ты ведь мог предотвратить беду. Да? Так что случилось? Сейчас увидишь, с кем так торопишься заключить мир. Тока покажет. А я буду думать о мести. Идем, брат Волка. Помнишь, наши стражи исчезли? Пока вы с Сигфредом гонялись за Энгельвином, я искала их. Но тщетно. Лишь после нового удара мы их нашли. О чем ты? Где они были? Увидишь. Смотри. Эти раны не от мечей. И не от клыков или когтей. Это все франки. Как ты говоришь, они поражены недугом. Подлые твари. А это были мои друзья. Я видел такое прежде. Люди порой пропадают, а появляются такими. Тока, мне нужна помощь. Карл просит найти его королеву. Так я уберегу Англию от этого недуга. Вчера королеву видели в Эврё, среди слуг их церкви. Попробуй поискать ее там. Думаете, я лишь пью вино, да делю ложе с прекрасными воинами и дамами? Мерзь! Мои лазутчики по всей Франкии. Я все узнаю быстро. И кое-что не терпит отлагательств. Эйвор, зайди ко мне, когда будет время. Появились новые задачи. Брат Волка, Сигфред был прав. Ты хочешь договориться с франками, несмотря на свидетельство их трусости? Я не пойду против дяди. Прости, но в этом деле помощи не жди. Ты права, Тока. Твой клан полагается на тебя, а мой на меня. Вот зачем я здесь, во Франкии. Отправлюсь в Эврё в одиночку. Когда покончишь с делами в Эврё, встретимся в лагере к западу от Парижа. Нас ждет осада. Карл оставил Англию в покое, нужно найти королеву. Она была в Эврё среди слуг церкви. Значит, мне туда.
чем хочешь заняться? Что же у тебя есть? Ничего не выбрал? Ты знаешь, где я, если передумаешь. Пора кое-что улучшить. Пока все? Ну, чего желаешь? Я вернусь попозже. Что ж, ты знаешь, где я? Все мы грешны. Нет праведных ни одного. Всех нас ждет... Мне пора. Удачи. Все мы грешны. Нет праведных ни одного. Всех нас ждет Божий суд, а значит, надобно искать избавление. Милостью Господней послана нам в помощь матушка. Она скоро выйдет. Поспешите в церковь! Все куда-то спешат. Может, им что-то известно о королеве? Покажи мне все.